Еще на въезде в Краснодар мы увидели ДТП. Автомобиль попал колесом в открытую ливневку, у которой отсутствует одна секция решетки. По словам водителя, еще вчера здесь было все в порядке. Никаких ограждений и знаков, которые бы обозначали яму на дороге, здесь не было. Водителю теперь предстоит дорогостоящий ремонт подвески. Каждый день проезжаем, как бы, и, ну, есть. Просто этого вчера, допустим, не было такого, потому что она такая большая. Она так и дальше идет. Переломана, то есть ливневка сломана, как бы. И ехал в потоке, в пробке, я даже не увидел эту яму, и просто провалился удар. Ну, видно даже так, если начну двигаться, ну, повырывает у меня все, и бампер повырывает, все повырывает. На следующий день мы объехали большую часть города. Сказать по правде, мы были неприятно удивлены, ведь Краснодар был признан самым благоустроенным городом 2015 года. Мы посетили Гарантийную улицу, бульвар строителей, где ремонтные работы проводились в 2015 году, и обнаружили огромную лужу, которая затопила всю улицу. Если у подрядчика сейчас дорога здесь всплывет и размоет, какие будут предприняты меры? Ну, эта дорога у нас тупиковая, используется только жителями. По опыту использования всех наших дорог и вообще по жизни, если идет грузовой транспорт на потопленном участке, конечно же, он разрушается. Но если все-таки здесь разрушение пойдет, в гарантийных сроках подрядчик будет восстанавливать покрытие. Ну, это получается, он будет виноват или вы виноваты? Здесь, я думаю, будем определяться вместе. Суд решит, я понял. Далее мы заехали на убитую улицу Тенистая, где дорожное покрытие в очень плохом состоянии. Здесь плотный транспортный поток автомобилей, которые проваливаются в ямы и периодически оставляют в них колеса и бамперы. Так, ну что, надо... вот около аптеки была большая здоровая яма. Но тут вся улица одна большая яма. Через каждый дождь они так, блин, размеров сантиметров 17, наверное. А ее заделывают? Не заделывают вообще. Есть еще лучший объект, агрохимическая Ангарская. Там вот такая яма, вот так вот воды. Сейчас можете съездить туда, машина заглохла. Еще тут не так сильно. Вечно, по-моему, она здесь такая. Давайте, ребята, может, вы поможете, пускай нам отремонтируют. Реально, ну невозможно ездить. На седанах вообще невозможно проехать. Вообще невозможно. У кого есть кроссоверы и джипы, это еще можно. Нормально. А там вообще невозможно. Двигаться быстрее первой передачи на данном участке опасно. Представители администрации, которые присоединились к нашей инспекции, дали обещание исправить дефекты в течение недели. В рамках текущего ремонта все, что возможно, будет сделано. Ну, что это будет? Ямочный ремонт. Когда вы его проведете? В течение недели. В течение недели вы... При наступлении, да, погодных условий. Сейчас высохнет. Ну, сегодня, слава богу, с нами были представители администрации. Они пояснения свои дали по поводу некачественного состояния дорог. Мы будем следить за этим. Если эти обещания останутся без результата и не будут отремонтированы дороги, не приведены в нормативное состояние, мы, конечно, обратимся в прокуратуру для того, чтобы посмотрели на бездействие чиновников и обратили внимание на бездействие организаций, соответственно, добавили к черный список. В 2015 году Краснодар был признан самым благоустроенным городом России. Вероятно, тот, кто составлял этот рейтинг, не бывал здесь на улице Комарова и вообще не в курсе, какая ситуация в городе Краснодаре. Поэтому такие рейтинги надо составлять, выходя из кабинетов и проходя по улицам, оценивая благоустройство своими ногами. Улица Очаковская, 10, рядом находится. Там асфальта вообще никакого нет, там лужи, там дети в школу не могут даже ходить, там просто ужасы. По просьбе местных жителей мы заехали на улицу Очакова, где встретились с Рубеном. Он рассказал, что уже не первый год дорога в ужасном состоянии, и проехать по ней не то что на машине, а пешком пройти довольно сложно. Местным жителям приходится надевать резиновые сапоги, чтобы выйти из дома. Мы приехали на улицу Очакова, куда нам посоветовали заехать местные жители. Они сказали, что здесь убитая дорога, но действительно мы здесь даже пешеходам сложно пройти. Вот я пытаюсь пройти через какой-то импровизированный мостик, который, видимо, сделали сами местные жители. Потому что пройти здесь действительно очень сложно. Вокруг грязь, лужи и
мамы на колясках, они вынуждены надевать резиновые сапоги, чтобы передвигаться вот по этим улочкам, дойти хотя бы до магазина. Здесь очень грязно, и не запачкав обувь, здесь пройти просто невозможно. По этой улице не то, что пройти, по ней и проехать сложно. Здесь настолько большие ямы, что в этих лужах можно просто утонуть и повредить колесо. Здесь довольно грустная и печальная ситуация на этой улице. Пожилые люди, мамы с детьми, тут, ну, сами прекрасно понимаете, что на колясках здесь не пройти. В туфлях, там, в обычных сапогах кожаных, там, только в резиновых сапогах исключительно. Не всегда есть возможность их отвезти в поликлинику, в аптеку. Бабушке плохо, скорая помощь даже сюда заезжает, говорит, какая ужас, к вам сюда не заехать. Никто не может даже иной раз и ехать, даже на скорой помощи, чтобы забрать человека отсюда. Это просто ужас. Yeah.